Всем привет! Сегодня я покажу, как вам попасть на ПТС в игре Warface. Поехали! Warface, в первую очередь, это бессмертный шутер от первого лица, в котором есть как привычное нам PvP, так и PvE со сложными миссиями. В вашем распоряжении целый арсенал оружия и брони. Выбирайте все, что по душе, и сражайтесь с подлыми солдатами Blackwood. Кстати, да, если вы еще не играли в Warface, то по ссылке в описании можно скачать игру и получить бонус за регистрацию. А какой бонус, описано ниже, в описании. Переходи. Итак, во-первых, чтобы попасть на ПТС, вам нужно скачать особый клиент игры. Для этого переходим в игровой центр Mail.ru и переходим в каталог игр. Затем вам нужно выбрать в фильтре «Клиентские игры» и «ПТС». В списке доступных есть Warface. Скачиваем его, он нам, собственно, и нужен. Теперь внимание, для того, чтобы зайти в игру, вы должны попасть в период, когда ПТС будет работать. Об этом можно узнать на форуме игры. Обычно ПТС включается перед обновлениями, чтобы игроки могли затестить контент, а разработчики исправить баги и понерфить имбовое нововведение. На ПТС серверах обычно в вашем распоряжении много валюты, на которую можно купить много пушек, чтобы одеться и не фармить. Ну и в принципе все, я показал, как попасть на ПТС, зачем он нужен. Процедура в принципе простая, и каждый желающий может попасть на ПТС сервер. Регайтесь по нашей ссылке и играйте в Warface вместе с друзьями. И спасибо, что смотрели, подпишитесь, поставьте лайк. Всем пока!